Девочки, доброе утро. Поливаю орхидеи второй день уже. И одну забыла на ночь вчера, что-то так упорхалась. Вот. Все, освободила я вот эту стену. Сейчас жду доставку. Позвонили ребята. Так интересно. Спуститесь вниз. Я говорю, у нас консьержка сидит и грузовой лифт работает. Они, ну спуститесь все равно. Я говорю, я потом думаю, так, стоп, мы с Тедди гуляем. Я думаю, дай-ка я перезвоню им. А разве доставки нету там? Ой, в смысле, подъема нету на этаж? Они начали, ну не знаю, я сейчас посмотрю, посмотрим, если что, ребята, со мной мы договоримся. Короче говоря, я прихожу домой, думаю, что-то сомнения у меня какие-то. Думаю, когда заказывала менеджер, спросил, какой подъезд, какой этаж, есть ли грузовой лифт, в общем, есть ли возможность поднять. Я думаю, неужели, что, доставку до подъезда я потом сама буду таскать, что ли? Пришла домой, подняла документы, нет, все, доставка и подъем на этаж. Занос в квартиру не знаю, это нет или да, или нет. Ну, в общем, освободила место. Освободила, пока вот сюда поставила. Марина говорит, что ты собралась выбрасывать этот шкаф? На Авито подай объявление, за 5000 его продашь. Что, эти деньги проешь в кафе? Ну, он, в принципе, неплохой, но он просто не нужен нам уже никуда. Куда его? Никуда. Что 10 шкафов заставляет всю квартиру шкафами? Мася сидит, я их закрыла в комнате. Протирала пыль. Айда к Тедичке, айда сюда, Васюша. Протирала пыль. Я смотрю, едет машина, деловые линии. Подумала, что к нам. И закрыла в комнате Тедю. А Мася сразу спряталась под шкаф. Все знает, все понимает. Девочки, смотрите, что у нас творится. Ливни залили все. Все залили. Это вообще кошмар какой-то. На Кубани в этом году дожди. И сверлят. Работает девочка у меня, он бесшумный. Я его поставила на бесшумный режим. И все, он у меня работает. Тихонечко, прямо ветер дует тихонько. И я его не выключаю, он у меня работает круглосуточно. Вот так. Снова! Здравствуй, Лена. Здравствуй, Сережа. Я пришел извиниться, Лена. Я ж пошутил. Ты что, шутки не поняла? Я не понимаю шуток. А? Я женщина. Ну, прости меня. Ну, куда камера-то? Мне куда смотришь? Не смотрит меня камера. Где? Не видно меня? Михалыч, это постанова. Нет, какая постанова? Михалыч, это постанова. Не. Ну, Лена, я ж пошутил. Не, Сережа, хватит уже. Это все. Шутка правильно была. Правильно девочки говорят. А? Что слишком вы его избаловали. Да? Да. Ну? Даже ты его. Лена, ну... Нет, Сережа, отвали нахер. Прощения нету. Ну, буду ноги мыть и воду пить. Ой, да иди отсюда, блядь. Давай, собирай стол, забирай все. Уже кресло утащил. Тебя, уже шифонер собирай. Давай, иди. Да, голова кружит. Все пригодится тебе. Давай, иди. Там. А? В жизни твоей. Любовь бывает долгая. А жизнь еще длиннее. Ты уже как шут гороховый, понимаешь? Вы, вот я же... Мне вот даже вот ты даже, шуток знаешь, не понимаешь? Я не понимаю шуток. Я шуток уже не понимаю. Ну ты что? Я шутки понимала 20 лет назад, когда мне было интересно. А сейчас мне не интересно. Вы шутили, мне... да? Мы шутили с тобой. Да? А, вы так шутили. Можно приступить к разборке? Да? Приступаю к разборке. Разборки. Ой. Так. И этот тоже. И Теденька здесь. И Масенька. Кладовка стоит пустая, а квартира это. Полная. Полная всякой ерунды. Это не ерунда, это вещи. Че? Дорогие вещи. Никому не нужны. Леша предложила, Леша сказал не надо. Потом заберет. Куда потом? У него там второй этаж уже весь завален. Нет, там еще будет сарайка у него. Какая сарайка? Mm. Ну зачем заваливать вторые этажи, сарайки вот этим ерундой там, вот этой? Зачем там, столько покупать? Почему там же будет это у него комната? Он сейчас обделает все. И там комната будет. Жить что ли там будет? Ну не знаю, жить или работать. Офис. Что такое? Что за вены такой? Да. Где отец? Где ты? Кайфуешь? Кайфуешь?
Кайфуешь? Я шучу. Где мешочек? Мешочек. Мешочек. А что-то арахис тебя что учат сейчас? Арахис как говорить? Там что-то арахис, про арахис было. Я анекдот могу рассказать, как в армии. Старшина построил солдат. Сейчас пойдем грузить люминий. А там один. Не люминий, а алюминий. А говорит, а умные пойдут, говорит, грузить чугун. Так и тоже здесь. Ну, арахис. Так и здесь. Арахис. 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 А какая разница? Один, а другой дразнится. Ну, вот какая разница. Вот я и говорю так же. Алюминий или алюминий? Да, Теня? А умные пойдут. Умных к умным. А дураку говорит, к тебе. К тебе. Да, Теня? Чужая девчонка-то так, ну, за левой ходит, слушай. У тебя же есть, мама. Этот, у тебя же есть, я купила автомат тебе выкручивать вот это все. Да я что, я быстро что, сам буду я шуметь тут, и так шумят. Еще я, ну, буду. Девочка, пусть ходит, ну надо же познакомиться, так же нельзя. Так ты давай вот сватать пойдем или как, или что, знакомить? Ну как, она ходит за ним, а он, ну, как полудурашный. Ну так давай, ты же видела. Девятиклассница, а он одиннадцатиклассник, и что, ты... это как вот так и дружат? Ну да. Куда два, три меньше, а куда, блядь, свои? Они же быстро спеют, они же скороспелки же. Чего, 16 лет уже все, можно замуж. Ты что, совсем уже, что ли, еще не хватало нам здесь? А что? Давай детский сад еще устроим. Я к тебе перехожу, а не пускай там живут. Ты мне нафиг не нужен, блядь, сейчас. Ты же без меня ничего не можешь. Нет, а мне ничего и не надо. Как ничего не надо? Вот. Мне ничего не надо, это не мое. Вот разбираю. Вот разбирай, блядь, а так бы я все объявление сейчас дала, пришли бы и купили за 3000. Ты ничего не, мне все пригодится. Вот ты сам наживай, блядь. Ну как? Ищи дорогую. Богатые, как комнатку жить? Комнатку мне снимешь? Ты богатую давай ищи, невесту. А где их найти-то, знаю, богатых-то? Ищи. Мне не надо, я еще тебя содержу, еще твоих людей буду содержать. Богатые все уже. Ага. Богатые все разобраны, ты че? Разобраны. Давай как-нибудь. Ну как вот? Стихи читай, песни пой. Стихи с удовольствием. Вот, читай. Песни пой. Лапши на уши вешаем, самое главное. Писать смогу даже. Побольше. Печеточку. Побольше лапши, и все, и жизнь удалась у тебя. Видишь, как свинят, и ничего не слышно. Когда это прекратится? Никогда. Никогда. Да, Тенинка? Как работать? Я не знаю, девочки. Я... Вот как работать? Вот как? Не знаю, как вот работать. Тяжело. Везде помещу, шум. Ну сейчас или до часу, потом вроде перерывся, но сейчас... Кошмар. 5 усилий сверлить. Вот и все, 5 минут и все. Михалыч уже, добрый. Значит, стол есть, у него кресло есть, кровать, отдаю свою эту. Какой? Красивую, на которой спишь. Да мне раскладушки хватит. Нафига такая кровать? Ну раскладушку я не знаю. Шикарная. Ну чего ж ты раскладушку еще тебе. Пойдешь, да, жить в комнату? Какую? Ну в какую-нибудь. У меня пока здесь неплохо. Пока мне здесь, нет, кормят хорошо. Будущем-то, ты о будущем-то думаешь? Пока здесь меня кормят хорошо. Я чё? Наглая рожа. Наглая. Своё гнёт всё равно. Господи, потащил. Нажилистых ножонках, ручонками. Давай перевяжем. Ручонками, все хапает, все надо, девочки, все, да, надо. Не... Лавровый лист начала забирать, и тот сказал надо. Какой лавровый лист? Откуда? Лавровый лист и тот надо. Перематывай. Скотч мотает. Ну так мотает. Я мотаю. А не останется потом? Следу. Не. Выберем.
хватит, наверное. Невозможно. Чё ты, мама, чё ты?